Незаконно выросший в украинские времена так называемый дом Пляса в Балаклаве снесли до фундамента. Об этом пишет интернет-портал «Форпост», ссылаясь на сообщение администрации Балаклавского муниципалитета. Далее приводим цитату. «Строители яхтенной марины демонтировали дом Пляса до фундамента, зачистили его и вывезли строительный мусор. После этого проектная организация провела тщательное обследование фундамента и склона, которые раньше были недоступны. И только после этого было принято решение о продолжении демонтажа», сообщает администрация муниципалитета. Напомню, в 2018-м гостиничный комплекс, который возводил киевский бизнесмен Алексей Пляс, был признан незаконным. К самому сносу компания-подрядчик яхтенной марины приступила в конце прошлого года. Сложность работ заключалась в рядом расположенном объекте культурного наследия дачи инженера Завадского Фата Моргана. Поэтому при разборе здания применялись современные роботизированные перфораторы с дистанционным управлением, чтобы не повредить УКС. Далее снова цитата. «Именно поэтому невозможно демонтировать остатки фундамента скандального недостроя путем направленного взрыва. Кроме того, такой метод может спровоцировать обрушение склона горы Таврос», отмечается в сообщении Балаклавской администрации. Демонтаж фундамента дома Пляса планируют завершить в течение лета.